Модная фитнес-технология аэростретчинг, которая популярна во многих странах и городах, появилась и в Бресте. На этих занятиях можно с легкостью улучшить растяжку и укрепить мышцы, только не стоит полагать, что для выполнения упражнений понадобится специальная акробатическая подготовка. Все намного проще. На качелях в детстве раскачивался каждый, достаточно вспомнить это ощущение полета, отдаться прекрасному чувству, но главное не забывать про рекомендации тренера. Такие инструкции позволяют сделать занятие безопасным и приятным, ведь помимо растяжки на все группы мышц, укрепления суставов и снятия напряжения в теле, здесь происходит серьезная работа по борьбе со страхами. Многие элементы, они не все технически сложны, сколько страх. И вот очень хороший такой психологический барьер вот здесь прорабатывается. То есть девочки выходят, они еще, во-первых, когда понимают, что у них это получилось, еще увидели себя в зеркале, такой восторг, и тело получается испытывает кайф, и девочки восторг, что вау, я это сделала, я еще так красиво смотрюсь в этом гамаке. Получается такое еще внутри психологическое удовольствие, кроме того, что тело поработало. Ну и многие отмечают, что спине становится легче, то есть намного комфортнее. И пусть это называется аэростретчинг, но здесь еще тоже очень много силовой части, работы с балансом. И тоже часто девчонки отмечают, что болят ягодицы, болят бедра. Поэтому, то есть, если вот хочется, вот не знаю, что выбрать, стретчинг, силовую тренировку, либо вот что-то еще, все здесь есть. На занятиях аэростретчингом можно не только расслабиться, качаясь в гамаке, но и научиться выполнять разные элементы, которые обеспечат серьезную нагрузку для внутренних мышц, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали. Что получилось у Анны Кочурк? Девушка на протяжении нескольких месяцев посещает занятия и очень довольна результатом. Поскольку я в большинстве своем большую часть времени провожу за компьютером, сидя за компьютером, соответственно, очень сильно страдает моя спина. И, наверное, из-за роста мне поставили уже давно диагноз сколиоз, поэтому мне надо было чем-то заниматься таким активным, но не слишком, чтобы не травмирующим. И, собственно, поэтому я выбрала аэростретчинг, и мне очень помогает со спиной справиться, плюс расшатать свои мышцы, чтобы не так все застаивалось, там не были они деревянными. Да, преимуществ множество. К слову, ограничений для занятий этой модной фитнес-технологии нет, ни гендерных, ни возрастных. Ведь занимаясь воздушной йогой, каждый сможет научиться летать. Аэростретчинг – это такой небольшой стресс после работы. Точнее, это снятие стресса после работы, чем то, что мы привыкли все ходить по земле, а здесь мы приходим, и у нас идет нагрузка на все группы мышц под собственным весом тела, а также у нас идет, мы оказываемся в невесомости. И, соответственно, наш организм не понимает, что происходит. Некоторые девочки, даже я сама, я могу путать правую ручку, левую ножку. То есть все это путается в голове. И в момент тренировки ты отключаешься. Какие-то проблемы, тревожности, когда вот я сама могу прийти на тренировку, я знаю, что я устала, там, мне там спина болит или еще что-то. Я понимаю, что я на тренировке отключаюсь, я забываю абсолютно все, я включаюсь только в свою работу. И ведь действительно есть в этом виде йоги что-то особенное, что позволяет на время побыть детьми и при этом получить приятный бонус в виде отличной тренировки.